Вова Бачин, смоленский музыкант, как ты там в Нью-Йорке? Ну вот твое место работы, Россия. Гостиница «Россия», где ты в 90-х Вова Бачин играл. В том ресторане. Записал пророку солнце боя за 40 рублей хит. Я солнечный зайчик. Ну вот тут пришла вся моя молодость-то. Вова Бачин сейчас в Америке уехал. Когда в 91-м году я приехал записывать песню «Я солнечный зайчик» к нему в ресторан. Говорит, как ты одет? Как в Америке одет? Мы когда поедем, говорит, тоже будем так одеваться в Америке. Но я говорю, Вова Бачин, не знаю, как ты сейчас там в Нью-Йорке, но дай бог. Знаешь, Смоленский меня помнит, Вова Бачин. Как же, ты в рок-клубе играл. Джаз-рок делал. Вон твой ресторан. Двухэтажный, трехэтажный. Помню, как ты мне записывал эту песню, а мы твой Roland 20-й синтезатор. Синтезатор тащили вон туда на радио Смоленское. Радио Смоленское там. Вон там. Улица Нахимова 1.